На самом деле, в истории отечественного телевидения найдется человек 5, которые внесли вклад такого уровня, как тот человек, которому Академия сегодня присуждает этот приз. Человек, он был безумно талантливый, очень тяжелый. Это Владимир Ворошилов. Внимание, вопрос. Этот вот Ворошилов мне совершенно не нравится. Совершенно неуправляемый человек. То есть вот я как бы запрограммировал, вот мне кажется, что хорошо быть терпимым, хорошо не повышать голос, не ругаться матом, не драться, в конце концов, не изводить своих подчиненных, хорошо делать зарядку, хорошо гулять на природе. Все это замечательно. А на практике я не могу с ним справиться, с этим Ворошиловым, и все получается наоборот. Все время этот наркотик, наркотик, наркотик. Погружаешься в работу, оглянулся в 12 часов ночи. Утром встал, погрузился, оглянулся в 6 часов утра и ночь проработал. Хреново. И расшатано все внутри, и нервы расшатаны, и поэтому... И пользы-то мало. Просто не можешь остановиться. Даже когда засыпаешь ночью, что-нибудь, опять что-нибудь в уме, и просыпаешься, чиркаешь что-то. Выдумываешь таблицу Менделеева. Я со своим блюдцем. Что это значит, господин Жужов? Если есть трудности, я всегда готов помочь. Внимание. Покажите способ, которым Муравьев-апостол хотел добиться величайшего гуманного действия. И причем здесь блюдце. Ну давайте, господин магистр. Вы будете в ответе за весь клуб, за вашу шестерку, за всех. Для чего я принес блюдце? Осуществите проект Муравьева-Апостола, замечательный гуманный проект. Итак, раз. У меня как бы та идея, которая была у господина... Короче, конкретно. Я короче не умею. Я все-таки магистр, в конце концов. Вот. Мне понравилась эта идея, которая как бы вот родилась у меня после того, что сделал господин Бурда.
я хочу сделать вот так. Что это значит? Собрать по кругу деньги. Что это значит? Что это значит? Это значит сбор средств по кругу с каждого, кто здесь играет. Каким образом собирали средства? Где и каким образом? Молчите. Где? Я не затрудняюсь ответить, где. А я прошу вас ответить, где. И в этом будет заключена игра. В обществе. Молчание, в обществе. Все. Одну секундочку. Да. Я понимаю, в обществе, да. А не в телятнике. Я прошу всех замолчать. Я спрашиваю, где должно было быть это блюдце. И от ответа господина магистра зависеть будет исход игры. Где Муравьев-апостол предполагал это блюдце? Где? Тишина. Раз. Молчи. Два. Молчите. Ворошилов очень часто был провокатором. Да, сказать, он специально вызывал огонь на себя. Либо он провоцировал игроков, либо он провоцировал зрителей. Человек все-таки был некомфортный, и в общем не только некомфортный, а действительно невозможный во всех своих проявлениях. Он был обречен на то, что при жизни его большинство не любили. То есть, чтобы полюбить Ворошилова, нужно было очень хорошо его знать. Честно вам скажу, я не очень любил его слушаться. На самом деле, когда там где-то начинали его хвалить, там даже на каком-то юбилее или вечере, он просто вставал и уходил. Мне кажется, Ворошилов был живым воплощением такого принципа «вся жизнь игра». Мне показалось, что он внутренне очень одинокий человек. Я видел, что он человек жесткий. Жесткий и без жесткости, конечно, это нельзя было сделать. Замешать эту красивую кашу. Не надо ангела из него делать только, ни в коем случае. Он был тяжелый, очень тяжелый. Просто к нему мерки простых людей нормальные не надо было применять. Я вообще не думаю о других людях. К сожалению, думаю только о себе. Прошу всех в дикторскую. Совет старейшин нашего клуба постановил. Говорящие серьезные усилия и азарт, проявленные сегодня в игре, присвоить титул бессмертного члена клуба и вручить почетный приз Гусарной Сово, а также 86 домов энциклопедию Иванову Ивану Ивановичу. Вот он, Иван Иванович Иванов. Идите, берите и владейте. Ну, вот что ты ждешь? Тогда придется уже, ну что же. Нет, стоп. Дыра. Хорошо, бери пульт, 3 минуты. Стало общим местом творца-созидателя представлять в виде деспота, в виде тирана. Вот есть очень хороший фильм Фредерико Феллини «Репетиции оркестра». Мне кажется, что этот фильм отразил, по-моему, все, что касается проблемы творца. На мой взгляд, это очень большая проблема для людей, которые окружают творца. Те, кто рядом, те, кто является его опорой, фундаментом, они будут нести груз его ответственности за вот этот, ну, такой банальный, конечно, выражение, конечный результат. Они готовы подставить плечо, чтобы разделить вот этот груз ответственности. Но тот, кто является создателем этого дела, у него ответственность несоизмерима по сравнению с другими. Удача вспомнит обо мне, она не скажет, не прощай, не завернет.
Я с ним познакомился в начале 60-х годов. Он как раз в это время кончил высший режиссерский курс. Но я с ним познакомился не как с режиссером, а как с театральным художником. Он был человек, ну как вам сказать, очень талантливый и многообразный, и широко мыслящий, и очень интересный человек. И его достоинство как театрального художника, оно в том и заключалось, что он не выполнял просто задание режиссера, а он всегда предлагал какую-то неожиданную идею оформления. Мне все время хотелось с Володей что-то сделать, потому что он был такой выдумщик. Понимаете, это потом проявилось, как мне кажется, в его телевизионной режиссуре. Вот, понимаете, выдумщик, фантазер. Первая работа – это была пьеса Брагинского, которая называлась «Комната». Это была комедия. А там проблема заключалась в том, что нам хотелось, чтобы в спектакле было много музыки. Было много бы современных песен. Там были песни Акуджавы и песни Высоцкого. То есть, ну, таких замечательных бардов, которые в то время, особенно это 70-е годы, были необыкновенно популярны. И это очень хорошо укладывалось вот в драматургию Брагинского. И для этого нужен был маленький оркестр. Я говорю: Володь, понимаешь, надо как-то организовать так, чтобы оркестр этот, ну, как обычно, в углу сажают все. Он сказал: хорошо, пару дней дай мне, я все придумаю. И действительно, там через 2 или 3 дня он пришел, сказал: я все придумал. Очень просто. Сажаем их в центр оркестра. Рояль ставим. И маленький там у нас оркестр был 5, 6, 7 человек. Все. Я говорю: а как это организовать? Начало. А очень просто. Мы их накроем абажуром. И когда открывался занавес в начале спектакля, начиналась музыка, непонятно было, откуда музыка идет, а на сцене стоял огромный абажур. И потом этот абажур подымался, и оказывалось, что под абажуром находятся и герои спектакля, и этот наш маленький оркестр. Я как-то даже ему позвонил, потом уже прошло какое-то время, и говорил: да давай еще спектакль сделаем. Он говорит: слушай, с удовольствием, но не могу, я уже так на телевидении завяз. Это только еще начиналось вот это все. Еще помните, аукцион он придумывал. Есть желающие? Прошу вас. Прошу вас. Итак, номер 5. Раз. Номер 5. 2. 18 номер. С моей точки зрения, это была сразу гениальная передача. Я повторяю, гениальная, потому что придумать что-то собственно телевизионное, не имея никаких аналогов, мало этого, придумать в то время, в 67-м году, придумать нечто, связанное с рекламой, и при этом невероятно творческое. Мало того, придумать то, что сразу решает вопрос и образа передачи, ее художественного решения, ее содержания. Это абсолютно гениальная была идея. Он как бы соответствовал времени, он как Флюгер его всегда был настроен, хотя это он не выражал никакими словесными, теоретическими высказываниями. Это происходило благодаря силе его таланта, чтобы не говорить все время слово «гения». Уровень профессионализма тогда все-таки определялся больше, как вам сказать, поисками в конечном счете во многом самодеятельными. Ворошилов был совершенно в другой галактике по отношению ко всем как бы нам. Мне кажется, больше нет человека на телевидении, который бы абсолютно самостоятельно в те времена рождал идею не просто телевизионной программы, а телевизионной игры. Красиво, а? Зачем? В таких шапках ходили определенные люди в Лувре в 15 веке. Причем носили эти шапки они двумя способами. То есть иногда это было так, а иногда... О, почему у меня тут? А иногда вот так. И что интересно, при приближении вот этих людей в шапках, дамы иногда приседали, а кавалеры, наоборот, вставали иногда. Внимание, вопрос! Что разносили в Лувре в 15 веке эти люди? Время. Ночные горшки.
Первая версия тут. Чтобы не видели, что ли? Я закрывал лицо, когда к даме подходил, да? Да, ну первая версия ночные горшки. Абсолютно верно. Я наоборот с тобой. Можно не обсуждать. Вот мы полагаем, что разносили ночную посуду. Не обязательно ночную, вот посуду такую, вазы типа или горшки. Да, это документальный спектакль, где я пытаюсь играть роль режиссера, который пытается режиссировать во время спектакля. Вот и все. У меня нет никаких амбиций ведущего. Совершенно. Я не делаю ни так, ни так, не улыбаюсь телезрителям, не стараюсь им понравиться. Я вообще не понимаю, почему они меня смотрят. Я занимаюсь своими делами. И в то же время еще кому-то это интересно. Когда ты там появлялся, ты как-то, тебя заражала эта атмосфера, и потом ты не мог ее забыть. Тебе хотелось как-то вот еще раз это испытать, вот эту, там было душно, но как-то это было, тоже вспоминается хорошо, там было, там, мне кажется, там и должно было быть душно. Там было душно от таланта, от знаний, от энергии, от азарта. Там было душно, там все были какие-то мокрые. Там всех распихивали операторы, они где-то сновали под ногами, между рук, как-то из-под локтей вылезали, отодвигали совершенно яростно любого человека, совершенно, так сказать, независимо от его ранга или, так сказать, там, я не знаю, возраста. А как-то они как-то так вот там сновали, их было много, и все было, повторяю, так здорово отрепетировано и так здорово организовано. Что-то шло, это действительно, повторяю, мне напоминало какой-то очень зрелищный и местами просто музыкальный спектакль такой. У нас это было ощущение почти провала какого-то, потому что мы хотели так многого, то ли мы хотели, чтобы после этого кончились все игры эти интеллектуальные вообще, а чтобы все просто остались приветствовать нас, и на нас бы вообще закончился весь этот, так сказать, соревновательный момент. Мы хотели чего-то невозможного. Константин сказал, что было много операторов, которые выскакивали вдруг отовсюду, вылезали из-под руки, из-под стола. И на самом деле мы-то знаем, что вот тот, кто выскакивал из-под руки, из-под стола, это один, это Саша Фокс. И в какой-то момент он даже попал в кадр. И вдруг как-то опять осозналось, что ушел не только Ворошилов в этот год, а ушел и Саша. То есть как много мы потеряли. Итак, 5 миллионов у нас на кону, и мы начинаем раунд зеро. Вот у нас, у меня в руках, прекрасная книжка, советую вам. Японские трехстишья. Она все время у меня на рабочем столе. И не потому, что я уж так люблю высокую поэзию, хотя это действительно высокая поэзия, а потому что это на самом деле лучший учебник режиссуры. Ну, посудите сами. Скажем, из сердцевины пиона медленно выползает пчела. О, с какой неохотой! Или, ну здорово, да? Здорово! Как в капле вся жизнь, и звуки, и картинки, все. На самом деле, я как марионетка. Рок управляет
мной. Вот я сажусь на один час, я совершенно не знаю, что там будет. От каких-то мелких случайностей, которые трудно предвидеть, зависит не только внешний итог игры, но и вообще все то, что там будет твориться. Ведь очень интересно, ведь это прямой эфир. И если бы не было прямого эфира, я бы давно уже ушел куда-нибудь в другое место. То есть прямой эфир, вот этот час, он одновременно является и часом жизни каждого, и часом телевидения. Господин Куташов, в прошлый раз я проверил свои телепатические способности на господине Виватенко. Вот посмотрите мне в глаза. Стебли морской капусты. Песок заскрипел на зубах. И вспомнил я, что я... Одно слово. Смертен. Внимание, правильный ответ. Стебли морской капусты. Песок заскрипел на зубах. И вспомнил я, что я старею. Это про меня написано. Близко, очень близко. И все-таки вы проиграли. Так сейчас даже и не работают, мне кажется. Я с каким-то, с такой горечью констатирую, что, мне кажется, потому что он математически какие-то вещи просчитывал. С одной стороны, он был такой чувственный человек и художественный. Он чувствовал картинку, очень чувствовал кадр, свет, какую-то вот графику, ритм, все это. А с другой стороны, мне вспоминается вот несколько встреч с ним, один визит. Я обратил внимание, у него комната была вся уложена на полу карточками с росписью эпизодов. И он раскладывал этот пасьянс. Мне вообще это немножко близко, у меня первое образование техническое. Увидев это у него, так сказать, с радостью подхватил и понял, что именно так нужно. Вы проигрываете. Выигрывают телезрители. Счет 1-0-0. 2000 рублей мы отправляем на Украину. Безработный Алла Клименко. Деньги пригодятся. А сейчас смена команд. Жизни по существу в обычном понимании нет. Есть вымышленная жизнь. Поэтому возникает работа, прежде всего. Это единственное, что тебя не предает. Никогда. Последний раз я говорю вам добрый вечер в интеллектуальном казино, единственном месте, где каждый может заработать деньги своим собственным умом. Сегодня, вы знаете, решается судьба клуба, моя судьба тоже. Поясняю, выиграют знатоки, я подчинюсь их решению. Проиграют, я свободен, я ухожу, пора. Внимание, уважаемая публика, вот во дворе у нас сейчас зажжется цифра 25. И это будет очень красиво. А давайте посмотрим. Да. Ой, с одного дыхания.
Тропинка в снежном парке. Ротонда, огороженная забором. Подаль фургончики. Привал циркачей, словом. Из ротонды выход в палисадник над рекой. Вот, собственно, и все описание места, где снималось что, где, когда, и где во вторник прощались с Владимиром Яковлевичем Ворошиловым. Полное ощущение удивительно точно выбранного места. Место работы и уже поэтому место прощания. Что сделал Ворошилов? В несвободной стране, в несвободное время он собрал молодых людей и повелел им думать, не стесняясь. Ворошилов вот еще что сделал. Он показал нам, во-первых, что мысль есть не что иное, как общий знаменатель. Но, во-вторых, он научил нас понимать, что мысль, этот общий знаменатель, еще и продукт совместного усилия. Ну и, кроме того, просто выгодное дело. Однако все это становится возможным лишь при одном условии. Простом, но необходимом. Когда есть учитель, когда есть катализатор мысли. И когда существуют очень жесткие правила. Владимир Ворошилов был привратник мысли. Вот есть усадьба, парк. Есть открытые прекрасные ворота. Обходи, гуляй, делай, что хочешь. Ведь ты ходишь по тем дорожкам, играешь на тех лужайках, любуешься тем ландшафтом, который создал я. И когда я думаю, каким бы я хотел видеть памятник Владимиру Яковлевичу, то мне и приходят на ум ворота, открытые в японский сад камней. Все 15 камней видел только один человек. Ворошилов. Внимание! Внимание! В какой голове могут одновременно звучать 20 голосов, причем только мужских? Ваш ответ, господин Кослов, ваша игра. В голове хора. В какой голове? Как это? Разве хор имеет голову? Корифея. В какой голове? Полагаю, что имеет. То есть вы считаете, что где-то есть, на каком-то острове есть хор, я у все, которого что... есть голова? Я все, что мог сказать, сказал. Понятно. Ну а теперь я скажу, если вы позволите. Конечно. Внимание, прослушайте правильный ответ. Глинка, Руслана Людмила, партию головы. Партию головы исполняет мужской хор. Партию головы поют три баса в унисон. Господин Бурда, может быть, в Одесском театре этой партии нет? У нас на самом деле Глинка написал эту партию для 20 мужских голосов. Вот я только хочу спросить, если позволите, перед тем, как вы объявите счет. А что я, собственно, неправильно сказал? Вы сказали, что у головы нет, есть хор. Нет, ничего подобного. То есть у хора есть голова. И этого я не говорил. И в этой голове... Давайте мы спросим Михаила Юрьевича Борщевского, может, он что-нибудь скажет по этому поводу. Михаил Юрьевич. Как вы полагаете? Михаил Юрьевич. Было произнесено в голове хора. Да. Понимать это можно по-разному. Да. Владимир, прежде чем вы объявите то, как вы это понимаете, я вам хочу напомнить, что в прошлую субботу вы понимали все правильно. Он играл на стороне телезрителей, практически. То есть мы боролись не только с телезрителями, но еще и с Ворошиловым. И, в принципе, он старался защищать их интересы. К тому же, ну, тут что греха таить, когда показывают команду обиженных игроков, передача становится интереснее. У нас больше в стране любят обиженных, жалеть любят. Я прошу, господина друзья и компанию, до моего ответа, до очка, не аплодировать. Это будет считаться подсказкой. Тем более. Шаг влево, шаг вправо. Расстрел. Внимание, правильный ответ. Слово можно? Почему вы не даете программу? Я еще раз говорю, слово можно, господин Крупье? Пожалуйста, зайдите в дикторскую, мы с вами поговорим. Прощай, прощай, нежданный мой пророк, все прошло, я не та. Прощай, прощай, придуманный мой бог. Ведь передачи не существует вот в этом аппарате. Вот в этом аппарате ничего нет, там мертвая пленка.
вообще, это не плохо, не хорошо, вообще ничего. Появляется программа в уме того, кто смотрит. Поэтому вот мы, скажем, режиссеры, работаем не с пленкой. Мы работаем не со звуком и не с картинкой, из ничего. Мы работаем в мозгу у зрителя, да? Выщипываем его ассоциации разные, да? Сталкиваем какие-то мыслишки, какие-то чувства. Вот здесь наша работа. Вот в том человеке, который смотрит. Я абсолютно уверен. И вот вообще не интересовало, правильно они отвечают или неправильно. Если бы можно было наблюдать за шестью людьми, не сравнивая ответ, написанный в карточке, и тот, который они произносят, но я думаю, что он бы пошел бы смело на это, просто он нашел форму наблюдения за жизнью. А давайте представим, что мы с вами молодожены. Горько! Горько-горько. Ну, вообще, давайте затеем любовный разговор. Или вы считаете, что его надо затевать не на публике, а где-то в уютном комнате? Да, в общем, это более интимное, видимо, дело. Да? Да? А где мы затеем? Посмотрим. А когда посмотрим? На выйти, на выйти. Господа. То, что он делает, да, это не то, как бы не то, как мы понимаем, что он делает. Да? Был такой момент, когда я сказал, что вот у нас в передаче есть разные люди. Есть хорошие люди, на мой взгляд, есть не очень хорошие люди. Так мягко скажем. Да, это было связано с какими-то событиями вокруг передачи в определенный момент. И я ему сказал, зачем? Да, давайте как бы соберем хороших людей. Пусть у нас это передача, которую все любят. Пусть все любят хороших людей. Зачем вы держите тех, кого и вы сами, в общем, не считаете? А Ворошилов сказал, а почему ты думаешь, что люди смотрят передачу, потому чтобы увидеть хороших людей? Я сейчас засужу, какая бы польза ни была от этого. Мне кажется, что между понятиями целесообразность и понятием пользы никакой разницы, кроме лингвистической, нет. По смыслу это одинаковые понятия. То есть вот абсолютно очевидная несправедливость, а они все равно выигрывают. Вот это вот, как бы мне кажется, и формировало интерес к передаче. Например, моя теща, говорил, я ненавижу Ворошилова. В общем, она совершенно искренне была. Я ненавижу Ворошилова. Он просто, ну и дальше шел набор эпитетов. Но она смотрела передачу всегда. Вот накипело на душе. Господин Друзь, у нас ведь и горный дом, а не институт благородных девиц. Да? Это первое. Заметно, да. Это заметно, да. Второе. Мы даем дополнительный раунд. Такое право есть только командам, которые борются за свое место. Борется за игру, для которых игра – это жизнь, как есть в нашем рефрене. Прошлая игра, на мой взгляд, была скучна, была ленива. Игра окончена. Большое всем спасибо. И мне тоже. Передача «Что, где, когда» – это была вообще-то разорвавшаяся бомба. Вдруг возникли свободные люди, свободно мыслящие, мыслящие парадоксально, неожиданно, когда казалось, что вся огромная страна косноязычна и не может выразить ни мыслей, ни чувств, и только какое-то небольшое количество людей, сосредоточенных в нескольких кухнях, умеют разговаривать, вдруг мы на экране увидели людей, которые умели и мыслить, и говорить, то это, по сути дела, была, ну, первая ласточка. Господин Козлов, вы сейчас проиграли 2 очка, и самое время выяснить наши личные отношения. Вы полагаете? Да. Почему вы везде ходите и говорите, что я должен вам какие-то деньги за какие-то яйца? Ну, во-первых, я не везде хожу, я это говорил летом, я уже про этот долг забыл, господин Ворошилов. Я уже простил его. То есть я могу не возвращать вам эти деньги, да? Мои яйца будут на вашей совести. То есть ваши яйца у меня на совести. Я лучше верну деньги, извините. Пожалуйста, там речь шла ровно о 10 миллионах, пожалуйста. Я ловил, поймал вас на слове. Нет, если вы честно считаете, нет, вы сейчас положите 10 миллионов. Нет, ваши яйца не стоят таких денег. 2-0, в следующий раз. На самом деле, то, что по
своей первой судьбе Владимир Яковлевич художник, это во многом, так сказать, наложило отпечаток на все, что он делал на телевидении. В первую очередь, конечно, на главный проект «Что, где, когда». Все играли в большие светлые пространства. Он играл в клаустрофобическое черное. Я думаю, что для него это был способ вытащить из людей, из их контакта некую другую энергетику, которой не было во всех других программах. Все режиссеры, делая сказать, свой продукт, пытаются сделать главное. Они пытаются поймать и попытаться транслировать энергетику, которую они, собственно, и пытаются поймать. Я думаю, что Ворошилову это очень часто удавалось. И когда уже после его смерти мы стали говорить о том, что надо студию поменять, мы испугались изменить объем, потому что это был объем, созданный им, и, быть может, при изменении всей геометрии студии, где происходит это действие, может быть, что-то бы исчезло. Поэтому мы с Натальей Ивановной Стеценко, с Борисом Крюковым, со всеми, кто делает эту программу, пытаемся все-таки сохранить вот эту магию, энергетику программы, чтобы она не разрушилась после него. И мне кажется, что если нам это удастся на протяжении времени, то каждую субботу, когда идет «Что, где, когда», Ворошилов присутствует в ней. Вот мы хотим фактически несколько раз в год вызывать Владимира Яковлевича на некий спиритический сеанс. Я просто настолько мнительный и как бы мистически настроенный человек, что от погоды, от собеседника, от, я не знаю, от каких-то примет целиком зависит мое настроение и мои поступки. Игра для меня просто живое существо, абсолютно. Я с ней общаюсь, и мы ссоримся, я на нее обижаюсь, но она абсолютно точная. Это вот момент истины. Игра, она все понимает. И ничего не прощает. Если ты к ней хорошо относишься, она к тебе тоже улыбнется когда-нибудь. Я все время пытаюсь решить какую-то задачу, свою внутреннюю задачу, то, что меня интересует. И я думаю, что так я и закончу свои дни, не решив ее. Это приводит в отчаяние. Какие-то вещи в игре изменились, да? Секторов стало больше на один. Вот. А, значит, произошло это следующим образом. Мне приснился сон. Один-единственный раз за год. Где я разговаривал с Ворошиловым. И совершенно не на тему продолжать или не продолжать. А мы с ним встретились взглядом. И хором сказали одну и ту же фразу. Наверное, надо делать 13 секторов. Вот, ну, вот. Знаете, вот бывает такой эффект, когда разговариваешь, одну и ту же фразу человеком говоришь, один чуть опережает. Да, вот я чуть-чуть опередил, поэтому он не договорил и засмеялся. И, ну, я вам клянусь, что я до этого не во сне вообще про это не думал. То есть это то, что родилось абсолютно во сне. Вот. И я единственное, я его спросил, а почему? Почему надо 13? То есть я сам только что эту мысль родил, но и сразу спрашиваю, а почему 13? Вот. Он говорит, потому что когда 12, все пересекается под прямым углом. Это плохо. И все. То есть там еще коротко сон продолжался, но вот по поводу вот этой передачи, и все. После этого сна, значит, я встал, меня трясло часа полтора, и после этого у меня температура была недели полторы, это был август месяц. И вообще, конечно, ну, Ворошилов, он мистик был большой, и, конечно, здесь вообще все.
последние ставки, господа. Последние ставки. На красное поле 500 000. На черное 2,5 миллиона. На красное 1 миллион. Я понимаю Ворошилова, у которого было постоянно. Я просто помню, он всегда между эфирами, у него была одна мысль, что его все бросили. Вот у него вот, причем такая, ну, довольно навязчивая была идея, я никогда не понимал, почему бросили, мы все здесь. Он всегда следил, чтобы все были у телефона, чтобы никто никуда не отъехал, потому что в какую-то секунду он может позвонить, и человек должен быть рядом, должен ему помочь. Но действительно, вот какое-то ощущение, что тебя все бросили, оно, безусловно, существует. Я как бы это понимаю. Calls to me and speaks my name. When do I dream again? For now I find the phantom of the opera is there inside my mind. Такой метафизической индивидуальности я не встречал среди наших артистов. Я видел такую индивидуальность в фильмах Бергмана, где были герои, отмеченные неким дьявольским отсветом, инфернальностью подлинной. Вот таким для меня был Владимир Яковлевич. Поэтому я хотел его пригласить на одну из главных ролей. Я об этом мечтал, но я никогда не решался. Мне всегда казалось, что он повседневную внешнюю деятельность дополнял систематическим внутренним самоисследованием, внутренними поисками, достигающими таких глубинных пластов нашей психики, когда с человеком разговаривает вековая мудрость. И поэтому ему было совершенно неинтересно, что о нем говорили. И вот мы стоим в проходе, разговариваем. Я сказал о том, что для меня режиссура – это динамическое звучание пустого пространства. Он кричал: «Да-да, я театральный художник, и я не могу начинать съемку, если во мне нет ощущения пространства». И тогда я, наконец, решился и деликатно сказал, что я бы хотел, чтобы он сыграл одну из главных ролей. Я не называл пьесы, о которой я думал. Он на меня смотрел, молчал. Я ждал ответа. Я уже видел его в сценическом варианте по сценарию Бергмана «Земляничная поляна». Он должен был играть главную роль. Он молчал. Я ждал. И вдруг он обернулся и сказал: с таким дьявольским намеком и с хитрыми, умными, мудрыми глазами. Я об этом подумаю. Хорошо. И вот эта интонация только ему присущая. Хорошо. Вот она осталась во мне навсегда. А он, как человек, который жизни дал больше, чем у нее взял. Он для меня магистр игры, актер с большой
буквы. И все равно вы дети, нам так страшно на елку опоздать из-за метели, из-за трамвая или гололеда. На этот праздник детский опоздать. Мы женимся, разводимся, простите, но все равно мы дети, мы на елку, и мы летим со праздничной добавкой. Добавьте нам хоть старый Новый год. Любой человек хочет какую-то родственную душу, в которой бы он был уверен. Некоторые приобретают собаку, друга человека. Наверное, правильно делают. Но люди, наступает какая-то минута, когда ты у них оказываешься на втором, на третьем, на четвертом плане. С людьми трудно найти человека, который бы тебя понимал и который бы был одно с тобой. Ворошилов был человеком, который просто считал и был уверен, что его не любит никто. Может быть, кроме его мамы. И все. И больше никто. Вот я думаю, что, наверное, он все равно бы удивился, если бы увидел и почувствовал, какое количество людей его любят, а не просто признают. Тут сидят люди, которые терпят меня довольно долгие годы. Но прежде всего это Наталья Стеценко. Она терпит меня десятки лет. Я вижу Александр Фукс, где-то сидит Наталья Плутава, Борис Крюк и многие другие. Но в титрах нет человека, который терпит меня уже 66 лет. Вера Борисовна, ты довольна? Это моя мама. Ты сегодня его получишь. Когда Володя со мной был, все было хорошо. Любила его. И с тех пор, как умер год, глаза не просыхали. Я все время плачу. Промелькнула река, я спешу зачерпнуть горсть холодной воды из реки, которой уже нет. Промелькнула тропа и изба, задыхаясь, бегу по тропе к избе, которой уже нет. Промелькнула сирень, промелькнула девушка, я ломаю лиловую кисть и бросаю ее девушке, которой уже нет. Thank you.
мчится, все мчится, и в тоннель. А меня уже нет, а меня уже нет.